Понемногу стрелка наполняется гостями городского пикника «Пира на Волге». Хочется спросить у них, что уже удалось попробовать и, собственно, чего ждут от сегодняшнего праздника. Прикольно, приходишь и стрелку сразу не узнает, так прямо сверху. Хопа, вот это да, очень много людей, очень все проходит позитивно и так прям по-доброму, по-теплому, на солнышке, августовский классный день. И атмосфера, здесь какая-то такая необыкновенная атмосфера, что очень уютно и так движово, все вместе очень здорово. Я первый раз на этом пиру, мне очень все понравилось, понравилась организация, понравилась атмосфера, настроение, можно покушать, можно приобрести какие-то сувениры, пообщаться, потанцевать, повеселиться, я в восторге. Самое-то главное – это хорошее настроение, но никого здесь, слава богу, я с плохим настроением не видел, и я думаю, вся вот эта атмосфера, которая вокруг, она не может никак и ничем за это настроение испортить. У всех классное настроение, так что желаю, чтобы это настроение только улучшалось, улучшалось, улучшалось до максимально высокой точки. Рисуем сегодня, как и планировали, символический богатый русский стол с осетром, с икрой, с арбузами, с самоварами. Мероприятие у нас в самом разгаре, но активно дети в основном подключаются. Вот, и официальные делегации тоже приложили свою кисть вот, и к осетру, и помогли нарисовать там икру, основные символы волжского, настоящего волжского пира. Тебе нравится рисовать? Да. А что ты нарисовала здесь на картине? Арбуз. А какого цвета? Зеленый и волшебный. Это очень веселый праздник, много людей, много позитива. Все, что, в принципе, нам не хватает. Нам удалось в этой суматохе городского пикника «Пир на Волге» поймать бренд-шефа самого мероприятия. Гриш, что будешь сегодня готовить? Открой тайну все-таки. Это тайна для меня самого, потому что у меня сегодня много черных ящиков, много кулинарных битв. А так, естественно, мы будем готовить самую вкусную ярославскую еду. На одном из мастер-классов мы будем готовить перепелок, на какой-то из площадки я буду делать бургеры. Я не знаю, что я буду делать с Малаховым. Конечно, я буду ходить просто и пробовать, потому что здесь столько всего классного, столько всего вкусного. Пару пожеланий всем тем, кто сегодня собрался на стрелке. Пожелание одно. Пробуйте как можно больше вкусной еды, наслаждайтесь отличной погодой, Ярославлем. Ну, и это действительно очень крутой пикник. Отдыхайте. Многоуважаемые ярославцы и гости нашего города, я благодарю то, что вы пришли на прекрасный городской пикник «Пир на Волге». Я думаю, что праздник состоится, праздник будет прекрасный. Всех поздравляю с вкусным, прекрасным праздником. Ура! Меня вчера спросили, это вы будете биться с нашим мэром? И я так гордо сказал, нет, это ваш мэр будет биться со мной. Я что-то думаю, что человеку с такой бицухой проиграть не страшно. Нельзя готовить в плохом настроении. Самое плохое, что может случиться на кухне, это плохое настроение. Даже если у тебя что-то не получилось, ты с улыбкой объяснишь, да ладно, это не горелое яйцо пашот. Это просто вот такая авторская подача яичницы. Малахова не отпускаем сейчас, хотя мне очень нравилось то, что написано в сценарии. Вот смотрите, Малахов приглашает Муканова, это звездный час был бы мой. Ну да ладно, только что он был нашим звездным ведущим, ну а теперь бразды эти отдает мне и, собственно, будет готовить. Столько радостных, счастливых, улыбающихся,
сытых лиц я вижу на этом пикнике, и пусть это настроение сопутствует вам 365 дней в году. Будьте счастливы! Чем вкусным угощаете сегодня на городском пикнике «Пир на Волге»? Мы угощаем блинчиками фролики-ролики с мясом и с картофелем и грибами. Еще у нас есть вкусные маленькие чебуреньки. Это вот такие вот красивые, как маленькие чебуречки в тесте, очень вкусные, сочные. Ну, собственно, народ радуется, ждет, приходит. Такие вкусные, такие... Я таких не едала. Спасибо Ярославлю, спасибо нашему городу прекрасному, спасибо нашим руководителям нашей области. Организовали очень хороший праздник. Очень здорово, очень красиво, очень весело. Что понравилось больше всего? Ада вот буквально шла мимо, ребенок захотел попить, хлоп, попали на блинчики. И вообще удивило, на самом деле, обычно замороженные они, ну, такие какие-то ощущения полуфабриката, нет чего-то интересного. А здесь мне попались с картошкой, с грибами. Да, вы знаете, очень неплохо. Я даже дала ребенку попробовать, это показатель того, что если я что-то дала попробовать ребенку, значит, есть степень доверия определенная. Вообще вкусно, я попробовала с грибами, мне понравилось. На Волге рад и большим, и маленьким посетителям здесь. Сегодня организована специальная зона для детей, чтобы им не было скучно, было всегда весело. Удивляете, развлекаете, радуете маленьких гостей? Да. Мы попадем в телевизор, да? Я так и знала, кажется. Я хочу передать привет малышу. Да. Знаете, если мы попадем в телевизор, я буду очень рада. Спасибо, Пир на Волге. Ой. Вот такой у нас веселый праздник получается у детей, ну а взрослые могут вкусно поесть и просто отдохнуть от рабочей суеты. Очень хорошо, что это сделано много для детей, это просто великолепно. И почаще бы такие мероприятия устраивали для детей, поэтому это для детей большое счастье. Прекрасно, прекрасно, весело очень. Дети вот нас катаются, все довольны, супруг довольна. Привет, как твои дела? Хорошо. Тебе нравится на пире? Да. А пробовал что-нибудь? Кушал уже? Да. А что кушал? Привет! Скажи, хот-дог. Хот-дог. Вкусный хот-дог. Еще сосиской. И сладкую вату. Сладкую вату. Тебе понравилось? Вкусно? А праздник нравится? Праздник нравится. Сегодня предлагаем нашим гостям города и вообще жителям города интересную, красивую, яркую латвийскую керамику. Также предлагали красивые блюда для пиццы. Сейчас очень модно всевозможные коктейли делать в баночках, поэтому много всевозможного стекла, банок, шотов, кувшинов. Ну, конечно же, как любой русский человек, мы очень любим вкусно покушать. И горшочки для жаркого, никто их не отменял. Команду утреннего фреша манили ароматы пиццы на городском пикнике «Пир на Волге», поэтому мы не могли не заглянуть во вкусную келью Сергея Кошлакова. Фреши все крутится, все выжимается, поэтому для вас. У
Ой, праздник очень замечательный, очень здорово, что очень много вышло людей на улице. Весь город, мне кажется, можно встретить здесь. Очень здорово, все ходят, улыбаются, получают положительные эмоции, скачут на концерт. По-моему, все очень круто. Как настроение, кстати? Настроение вообще супер, отлично. Нам помогает сегодня погодка, тепло, жарко, хорошо. Девочки горячие танцуют. Да, для вас песню хотите? Давайте, все. Бабушка курит трубку, черный-причерный табак. Моя бабушка курит трубку, суровый моряцкий затяг. Моя бабушка курит трубку и обожает огненный ром. И когда я к бабуле захожу на минутку, мы с ней его весело пьем. У нее ни черта не осталось, у нее в кошельке 3 рубля. Но моя бабушка курит трубку, трубку курит. Бабушка моя, эй! Я снова